Я студентка, учусь на кафедре русского языка и литературы филологического факультета университета Курял Республики Корея. У меня есть вопрос. Когда русские считают что-то не очень хорошим, они часто говорят «не бандан». Причем здесь бандан? Откуда появилось это выражение? Здравствуйте, уважаемые зрители! Выражение «не фонтан» обозначает среднюю степень неодобрения чего-либо. Говоря о чем-то «не фонтан», мы подчеркиваем, что объект оценивания нам не очень нравится, является средним по качеству, но тем не менее пригодным для употребления. Например, «как тебе квартира?» «Не фонтан, но жить можно». «Суп получился не фонтан, но вполне съедобный». Происхождение выражения доподлинно неизвестно. По наиболее популярной, хотя и научно неподтвержденной версии, оно возникло в Одессе. Этот черноморский город был основан указом российской императрицы Екатерины II еще в конце XVIII века, но водопровод в нем появился лишь в последней четверти века XIX. До этого питьевую воду подвозили в бочках и продавали. Лучшей по качеству считалась вода, которую набирали в источниках удаленного от центра района, носившего название фонтан. Часто недобросовестные торговцы пытались набирать воду в других местах и продавать ее под видом фонтанской. Пробуя такую воду, одесситы возмущенно говорили: «Нет, это не фонтан». Так якобы и появилось выражение «не фонтан» со значением недоброкачественности, которое впоследствии вошло в русскую разговорную речь. Русский язык – великий, могучий и черпающий свои богатства из речи различных русских регионов.